Так, ну а мы тем временем продолжаем кладку печи. Кто не знает, либо не заметил, либо пропустил часть про футировку печи, будет в описании, либо в этом всплывающем окне. Так, что делаем дальше? Поскольку плиту мы уже установили, сейчас необходимо сделать вот здесь перемычку. Перемычку будем делать из щамота. Снизу будет на этом? На базальте. Вот здесь будет базальт. Полоска заранее. А вот здесь на шамот где ложится? Тоже базальтик. Тоже базальтик. Да. По кусочку базальтика, чтобы все было цивильненько.
Так, давайте немножко расскажу о том, что происходит. Смотрите, вот там наше хайло. Вон оно, видите, да? Здесь ставится рассечка из шамотного кирпича. Она с двух сторон, я уже показал, закруглена, чтобы огню было гораздо проще, выходя, как бы раскрываться на два потока. То бишь, один подъемный канал, который является... мы разбиваем на два, для того, чтобы собрать температуру огня именно вот в этой перемычке и в самих стенках, чтобы не свистало, как карандаш в ведре, а именно собиралась температура на всех стенках. Поэтому и ставится шамотная эта вот перемычка, рассечка, подвертка, как угодно можете ее назвать. Ну, я называю рассечка, потому что она рассекает пламя на два потока. Так, хлоп. По лицевой стороне получается вот такая вот система. Сюда уже будет ставиться, прямо вот сюда вот будет ставиться такая вот рубцовская дверца. Где-то она, вот она стоит, лежит точнее, РЛК. Поэтому, плюс вот здесь уже будет ставиться дверца вытяжки для вытяжки пара. Ну, либо на этом ряду, либо на ряд выше. Я еще пока не определился. Может быть, нет, даже на ряд выше. Этот ряд мы еще перекрываем, и на нем уже будет ставиться дверца для вытяжки пара. Как бы кто ни говорил, что пар оно вытягивает, работает оно хорошо. Ну, вот вброшу вот прямо сейчас подсказку, где можно уже от хозяйки, которая пользуется такой печкой, услышать, как работает эта дверца. Дальше уже камеру где-то закрепить вряд ли получится, потому что... Хотя, бог его знает, только если указать вот сюда вот ее хандошить. Ладно, попробую, чтобы вид хотя бы сверху был. Если не получится, тогда буду снимать такими вот маленькими обзорчиками, показывать, что происходит.
Определенные, это у нас этот Optimus Prime. Короче, пока вырезаются определенные панели, элементы, покажу, что произошло. В общем, перекрылись двумя рядами над плитой.
Как перекрывать плиту, я уже говорил и показывал не единожды, это все есть в моих роликах. Можно перекрывать либо в пин, либо через уголки, либо просто стыковать два кирпича один к одному с запасами, и оно будет вполне классно держаться. Вот наши два канала, которые получились, два подъемных канала, которые мы рассекаем. Он был один, но мы его рассекаем на два. Они будут идти собирать температуру. Уже только что установили дверцу для духовки плиты и топочная. Топочная 220 Везувий антрацит. А вот это духовочная, короче. РЛК. Это Игорь Тельняшка. Как крепим дверцы? Опять же, я уже много раз показывал в своих роликах. Крепим мы их низ на гвозди. Боковины не видно. А вот здесь будет видно. Боковины тоже на толстые гвозди. Гвозди 120-е. Вкладку под натяжку. Загоняются и все. И все оно будет здесь стоять. По передней стенке сделана такая вот полка. Опять же, некое лепим подобие Оптимуса Прайма. Нос, глаза, фары, все как положено. Макс, ты смотришь Marvel? Нет, не смотрю. А на что тебе это напоминает? Не знаю. Одна стремотня на уме, да? С этой стороны... Это из племени Майя, например. С племени Майя? Да. А, точно, эти стоящие головы, да? Поэтому, коль уж здесь перекрыто, значит дальше здесь будет формироваться прочистная дверца для сбора сажи. Потому что отсюда два канала, которые будут выходить, они будут заныривать в колпак. Там, вот здесь он будет так вот хлоп перекрываться, чтобы создать колпачочек. Я так полагаю, что это уже будет в следующем ролике. Потому что скоро уже потемнеет. Потихоньку начинаю. Максимка чистит печку потихоньку, чтобы она не укорела наглухо. Сейчас Игорек сюда допилит элемент. Вставим. Полная обвязка. Ну хотя, может, еще покажу, в принципе, как оно будет рассекаться. Именно в колпак. Это еще, может, успею показать. Игорь, для нащадков. Чего? Для нащадков повернися. Я тебя больше не убачу. Блин, и прикинь, как назло не фокусируется. Я, блядь, не могу больше носить, блядь. Все, ты классно сделал. Чего тебе не нравится? Все, сейчас мы продолжаем дальше. Так, ну что ж. Печка растет. Потихоньку приближаемся уже к завершению данной эпопеи. Почему не показывал, где там желтый лазер? Вот. Почему не показывал, как делается вот эта вот часть от сих до сих? Потому что здесь никаких секретов не было, просто по кругу ложили стенки. Как делать футировку топливника, я уже показал, на это отдельно снят ролик по футировке данной печи, добавлю ссылку в описании, чтобы вы могли посмотреть. Здесь у нас получилось как духовой, это шкаф с вытяжкой, с дверцей. Но это как бы не самое важное. По этой стороне стоит маленькая прочистная дверца для чистки колпака и каналов. Ну, сейчас покажу именно внутрянку. Так, смотрите. Вот эти вот два канала, которые получились, это вообще, в принципе, один подъемный канал из хайла. Вон там у нас находится хайло. Вот оно. Разбито на два канала именно рассечкой, которая будет собирать температуру с печи. Вот так оно получилось. Здесь, видите, вот выход. То бишь, получается, оттуда газ выходит из хайла. Здесь будет перекрываться полностью, ударяется в перекрышу, заныривает сюда. Из второго канала
газ поднимается, также ударяется, и здесь эти два канала, два потока пламени будут соединяться. Говорить о том, что сюда будет больше идти огня, чем туда, ну, бесполезно, потому что примерно такая система уже была проверена. Одинаково оно прогревается по двум сторонам. Дальше. Два потока огня собираются, идут вот по этому каналу. С этого канала они попадают вот в эту вот подвертку. Через подвертку они выходят в этот канал, который будет заужаться до размера 130 на 130. И уже отсюда по прямой будет идти в дымоход. Сейчас покажу вид с другой стороны, чтобы было, может, как-то более понятно. Поэтому внутрянка, в принципе, сложного по системе в данной внутрянке ничего нету. Так, эстеты, сейчас не надо говорить, что все засрано. Все это будет убираться. Вот эти два канала, про которые я говорил, подъемные. Вон там даже виден шамот, футировка. Вот второй канал. Вот это перегородка, которая разбивает каналы. Вот эта лампочка Ильича сверкает. Вот, и такая вот система получается сверху. То бишь, отсюда вышло, прошло, ушло. Отсюда вышло, прошло, соединилось через подвертку, поднялось сюда и отсюда вышло на дымоход. Поэтому на этом ряду уже будет, на следующем, точнее, ряду будет ставиться задвижка, удлиненная 250 на 130, и после чего уже дымоход. Как перекрывать весь всю эту перекрышу, я еще покажу. Да, угомонишься мигать или нет? Это я еще покажу. По печи. Ну, здесь так это дурканули. Орнамент такой сделали, перевернутые пирамиды. Ну и здесь вот так вот. Полочку сделали широкую. На всю печку. Тут потихоньку стройка продолжается. Последний ряд перед перекрытием. Сделаны вот эти вот напуски карнизные по двум сторонам. Карнизики сделаны. По бокам образовались такие вот пяточки по 3 сантиметра, которые и будет перекрываться весь колпак. Повторюсь, кирпичи должны опираться как минимум на две точки. Если кирпич нависает на большое расстояние, тогда три точки крепления. Здесь у нас перекрытие должно получиться четкое на две точки опоры. Поэтому сейчас по периметру раскладка базальта и полная закладка уже всего этого колпака. Там вот получилась юшечка. Как бы все готово для перекрытия. Поэтому сейчас разлаживаемся именно базальтом и начинаем перекрывать. Вот что происходит в перекрытии колпака. Вот наша центральная стенка. С одной стороны ложится кирпич целый, со второй 22 сантиметра. Они опираются на каждой стороной на свои пятки по 3 сантиметра на сторону. Этого вполне достаточно. Сверху будет еще один ряд перекрытия, чтобы каждые швы между собой были перекрыты и привязаны. Как бы здесь такого прям сложного ничего нету. Все довольно легко и просто. Просто и надежно, что самое главное. А в колпаке перекрытие должно быть надежным. Чтобы, не дай бог, если один шов вдруг даже прогорит, чтобы второй ряд кирпича все перекрывал. Чтобы нигде не проходили ни газы, ни дым, ни огонь, ничего. Так что вот вторым рядом будем перекрывать колпачок и все. Сейчас перекрытие полное первое. Это показываю просто, как оно делается. Что нахлёст туда и обратно. И по бокам базальтик. Итак, GPS, старт и все остальное. Второй ряд перекрытия готов. Выход на дымоход 130 на 30. 130 на 130. То бишь стандартный четверик.
После всего этого гонится сугубо дымоход, попадается в старое отверстие. В нашем случае нам повезло, как обычно сегодня. У нас ничего не попадается. Поэтому сейчас будем его разваливать метр на полтора в сторону. И потом конечный результат. Там что-нибудь видно? Не видно. Все, гоним дальше. Так, ну что ж, всем еще раз здравствуйте, привет, доброго вечера, намасте, намаска, салам алейкум, бойно значис, как угодно. Диас. Начис, ночь на улице. Ты образованный какой, а? Короче, 3 дня работы, печь малютка, 2,5-3,5 кирпича, с духовым шкафом, с плитой, все как нам нравится. Готово. Сейчас будем проводить растопку. Короче, Игорь, пока я залаживаю дрова, ты просто покажи ее со всех сторон, как она вообще выглядит. На печь ушло 500 кирпичей. На 550. 3 дня работы. Еды не знаю сколько. Бумагу не вижу, дайте бумагу. Не грамма водки. Не грамма водки, да. А есть бумага такая, газета? О, дайте, пожалуйста. Так что торты закончили, сейчас будем делать первый пробный пуск. Как делалась эта печка, есть 2 ролика из 2 частей. Плюс отдельно часть именно по футировке данной печи, по футировке топливника. Поэтому прежде чем задавать вопросы, как она футировалась, что спрятали и куда заныкали, просматривайте полностью ролики. Так будет и вам интереснее смотреть. Мне меньше отвлекаться на комментарии, которые, ну, немножко необоснованные. Сейчас заодно покажу, как в данной печи газы двигаются, если вдруг кто не поймет по съемке. Так, спичка. Так, юшка одна, только на... Короче, одна центральная юшка. Летнего хода здесь не делали, нету смысла делать. В идеале, конечно, надо было закинуть сюда газетку, чтобы пробить всю эту пробку, чтобы сырость вышла. Но мы не ищем легких путей. Мы своей печью сразу пробуем именно вот в режиме, как положено. Дурковат, так дурковат, то бишь. Пускай сама протягивает, пускай сама пробивает, пускай сама ищет себе выход для огня и выход для дыма. Так, что, в принципе, будем делать и сейчас. Поэтому пускай потихонечку разгорается. Я повторюсь еще раз и буду это делать, наверное, почти так в своем ролике. Уважаемые подписчики, либо заказчики, либо просто зрители данного канала, вот огромная просьба, старайтесь звонить, ну, делать заказ, либо там порядовку делать, хотя бы, ну, если будний день, то вот с 8 вечера хотя бы до 9:30. Если это выходные дни, то простите, пожалуйста, не звоните, очень трудно снимать ролики, класть печь, отвлекаться на разговоры. Я понимаю, что, ну, горит уже, да, по осени горит, зима скоро, а печка не готова. Надо же как-то было думать заранее, там, по весне, по лету. Так, ну, пускай ищет, ищет себе выход. Литье, как вы видите, использовалось здесь 220-е Везувий, 220-й антрацит, РЛК для духовки и поддувальное, я уже даже не знаю, что тоже Везувий. Все с жалюзями, кроме топочной. На топочную мы жалюзи решили не ставить, чтобы, ну, они просто воруют кусок стекла.
А мне этого не хочется. По мне так лучше пускай оно будет больше стекла. Почему приоткрыл? Потому что печка сырая, да и в принципе и дрова как бы не всегда бывают сухие. И первая влага садится на стекле. Так вот, чтобы отбивало от стекла хорошо, чтобы не садилась влага и не так коптилось стекло. Лучше, конечно, так, через юшку пошло, значит, колпаки поднялось. Игорь, покажи дым, не стесняйся, все нормально. Колпаки прошло, осталось выйти в дымоход. То бишь, мы показываем все, мы не стесняемся своей работы, мы не боимся. Да, у нас бывают косяки, да, у нас бывает всякая хероборина, но свои печки мы вот душим напрямую, без прогрева, без дополнительных каких-то манипуляций. Вот как есть, пускай сама ищет себе проход. И пусть дым сам себе находит выход. Коль уж оно в юшку поднялось, значит дальше у него только дымоход ему нужно пройти. Там просто еще один получается колпак. Ну по ролику вы поймете, там как раз под юшкой колпак находится. Поэтому сейчас оно пробьет свое. Так, дыма уже стало меньше. Огонь, как мы видим, разгорается. Сейчас можно дать ему хорошую такую тягу, чтобы оно наподдувало. Отлично реагирует, просто по красоте. Так, дыма все меньше, меньше и меньше и меньше. Короче, печь шумит, как мартеллерская. Ну, влаги еще пока нет. Ну, пока еще огнем не продалось. То бишь все, печка загорелась, печка заработала. Из задвижек, из дверцы в Игоря не дует дым. Не, нормально. Из юшки дым прошел, то бишь оно поднялось по последнему колпаку. И сейчас напрямую уже идет в дымоход. Проверяем, как реагирует печка на задвижку, то есть на поддувал. Пускай притихнет. И открываем хотя бы просто жалюзи. Для этой печки открытых жалюзи это за глаза. Печка четко разгорается. Поэтому вот такая вот малютка. Кстати, есть ролик, я вот недавно там его, ну, на ссылку сброшу. Как раз отзыв хозяйки о такой печи. О ее свойствах, качествах, о ее теплоотдаче. Поэтому ссылку лупану, где-то она будет. Вот здесь, наверное, ссылка будет. Да, где-то вот здесь. Поэтому все. Наша печь готова. Если заказчик сочтет нужную пару слов, скажет, значит скажет. Если не сочтет, заказчик сочтет, скажешь пару слов? Скажу. На камеру боишься или нет? Да нет. Тогда прошу вас к вашей печи. Я, кстати, официально поздравляю вас с приобретением данной печи. И пару слов от вас. А что от нас? От нас. Делайте, не стесняйтесь. Вы сами видели, с первой затопки все отлично пошло. Печка довольна? Конечно, по сравнению, что было. Там, кстати, в ролике будет старая печь и... Да, была и в первой вот части. Демонтаж, да, демонтаж, да, есть. Демонтаже и вот эта вот красота. Так что не жалейте денег, если кажется, что дорого. Оно того стоит. Внешним видом, вот как оно есть. Вы примерно такое хотели? Или... Да, да, да. Ну, конечно. Да, да. То есть вы сами видели, что при первой растопке все отлично пошло. Тогда что мне остается сказать? Всем спасибо, кто был с нами. Спасибо за подписку, комментарий, лайк. Встретимся в любом случае в комментариях, я думаю. Всем мира и добра. С вами Печки Лавочки. Артем, Игорь, Макс, Осипович и Беларусь. Всем пока.